Когалыме полицейские задержали получателя посылки из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. Все дело в том, что посылка была не простая, а с гашишным маслом. Ампулы с запрещенным веществом югорчанину отправил друг, который живет за границей. Как рассказал задержанный, в стране его товарища полностью легализована марихуана. А потому он попросил бывшего соотечественника купить и отправить в Когалым картриджи для электронной сигареты с запрещенным на территории России веществом. Задержали когалымчанина полицейские совместно с сотрудниками уральской таможни. Возбуждено уголовное дело.